дышим. Идет анализ. Как я уже сказал, если у нас допустимо, да, ну, то есть 0,160 должно быть. Если свыше 160, то есть 0,161, 1,185. Это очень много. Так, вы со своим результатом согласны? Ну да. Сейчас я составлю в вашем присутствии. Так, значит, крупным планом, значит, это правила дорожного движения, книга 2006 года, значит, под книгой обнаружен денежные средства. Понятые, пожалуйста, пройдите, зафиксируйте. Так, значит, пожалуйста. Удостоверьтесь, значит, по правилам движения книги, значит, обнаружены купюры, денежные средства, значит, две купюры номиналом 5000 рублей каждая. Первая купюра имеет знаки МО 44 32 216. Вторая купюра номиналом ЛТ 94 46 154. Указанные денежные средства в вашем присутствии изымаются.